Вся правда о предстоящей погоде в выходные на телеканале ПС. Здравствуйте! Не просто в субботу проснуться с утра, ужасно хочется спать, но пропустить погоды прогноз, что родину продать! 29 марта, суббота, весь день пасмурно, утром минус 5, ветер юго-западный. Днем зима вновь напомнит о себе снегом. Минус 1 на моем градуснике. Снег не успокоится и вечером. Ветер также дует с юго-западной стороны. Температура воздуха минус 3. Не знаю, как вы, а я в любую погоду настроение создаю себе сам. Нет, я не плачу и не рыдаю, на все вопросы открыто отвечаю, что наша жизнь игра и кто ж тому виной. Что я увлекся этой игрой. И вам советую увлечься. Ваш Юнис.